Откройте для себя мир воды. Во Вьетнаме. Во Вьетнаме. Туризм. В Вьетнаме посетители могут прогуляться по красивым райским островам с пляжами и нетронутыми коралловыми рифами. Их ждет волшебный подводный мир, населенный разноцветными тропическими рыбками. Вдоль центра Вьетнама, в древних прибрежных городах Хуэ, Хэн, Нячанг, простираются прекрасные пляжи с бирюзовой водой в окружении традиционных деревень. Вьетнам с его реками, озерами, заливами, пляжами и островами считается раем для водных развлечений. Например, серфинг в центре с середины ноября по март, знакомство с известняковыми скалами и пещерами залива Халонг на Джонках, речная жизнь на реке Меконг с плавучими рынками, традиционные деревни и встреча с улыбчивыми и гостеприимными детьми, дайвинг на Китовом острове, Нячанг и Фукуок или посещение других интересных туристических мест. Вьетнам пользуется большой сетью рек, озер и заливов. Чтобы лучше полюбоваться этими пейзажами, лучше всего отправиться на лодке. Посетители могут полюбоваться красотой залива Халонг на деревянной лодке, оснащенной современным оборудованием, или открыть для себя плавучие рынки, рисовые поля, деревни, храмы и пагоды. Дельты Меконга на местных лодках. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.